töten Sie mich nicht! Просит пощады! Ты не заслуживаешь пощады. А ты пощадил наш народ? Сейчас ты умрешь! Кто? Он может нам помочь! Это не война, это убийство. Этим и заканчиваются войны, Чернов. Es sei denn, ist genauso arrogant wie der Führer. Sie werden die Tunnel überschwemmen. Okay. Töten Sie mich nicht! Просит пощады! Ты не заслуживаешь пощады. А ты пощадил наш народ? Сейчас ты умрешь! Кто? Он может нам помочь. Помочь? Пусть лучше за нас умрет. Мудак! Наши снаряды уничтожают город! Заходи! Тише! Захватим их врасплох! Наши солдаты должны работать в форме! Без этого бурштенда в меня ты не спасешься! Мои товарищи не знают пощады!
ничего не вижу. Я задыхаюсь. Жалобы тут не помогут. Просто держись ближе к полу. В Сталинграде нам с ним генерал. Генерал по задымленным помещениям. Ты слышал, чтобы он жаловался? Ah!
очистить улицы от этих тварей! Чернов, что это тут творится? Эти люди пытаются сдаться! Оглянись вокруг себя, Чернов! Ты хочешь отказать этим людям вместе? Смерть бывает лишь двух видов – быстрая и медленная. Медленный, выбор за тобой. Надо было идти в 3-3. Жестоко растягивать страдания людей. Быстрее, Петро! Сюда! Ah!
выберите себе цели. Я их вижу! Здесь все рушится! Живо! Кто-то погиб! Вперед на правой платформе! Уходим живее! Нужно найти выход! Завершилась в ноябре 1944 года. На 3 месяца позднее, чем должна была. Когда мы отправились на Окинаву, тот аэродром стал одним из главных наших преимуществ в этой кампании. Среди дислоцированных там войск были черные кошки ВМС США. Эти ребята были готовы пожертвовать всем, лишь бы не бросить нас на произвол судьбы во вражеских водах. Они приближаются. Ага, я их вижу. Ландри, устанавливай связь.